Идет четвертый решающий год пятилетки. Год всенародной подготовки к столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Успешно закончил прошлый год коллектив Костромского экскаваторного завода «Рабочий металлист», выпустив много сверхплановой продукции. Мощные машины этого завода работают на многих новостройках страны. Сейчас с главного конвейера сходят машины, специально предназначенные для Крайнего Севера. На выставке достижений народного хозяйства одна из последних моделей этих экскаваторов получила диплом первой степени.